Снег на дороге появляется только на несколько часов, а температура едва достигает плюс 4 по данным метеосайта. И всегда при такой погоде найдутся те водители, которые скажут переобуваться с летней на зимнюю еще рано. Вот только специалист утверждает обратное. Пора. Госавтоинспекция обращает внимание водителей. В связи с возможными погодными изменениями водителям необходимо задуматься о смене комплекта летних шин на зимние. Также необходимо обратить внимание на управление транспортным средством, соблюдение скоростного режима, дистанции бокового интервала. Во всех шиномонтажах работа кипит, очереди расписаны на неделю вперед. Первый снег взбодрил всех. Теперь же главный вопрос, который стоит перед автовладельцами, куда записаться. Второй по важности – шипы или липучка. Каждый водитель выбирает сам для себя. То есть однозначно, конечно, шипы будут надежнее на льду. То есть тормозной путь у них короче, это как бы факт, тесты были проведены многочисленные. Если водитель опытный, то как бы и фрикционная зимняя, так называемая липучка, тоже вполне хороший вариант, то есть она тише, комфортнее, мягче. А летнюю резину лучше отложить на хранение. В идеале это темное помещение с влажностью не менее 70%, чтобы резина не пересыхала. Еще лучше упаковать ее в пакет. Специалисты рекомендуют со смены резины не затягивать. Даже несколько выпавших шипов на асфальте не стоит вашей безопасности. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».